Еще споем одну песню. Она называется «Лучший друг». Я не знаю, но самый лучший друг, как вы думаете, кто это? Иисус. Мы не умеем, бывает, дружить. У нас бывают такие друзья, которые они вовсе нам не друзья. Но Иисус – это тот друг, с кем можно и нужно дружить. Аминь. Поэтому пусть всегда Иисус будет вашим другом. Слава Господу!